Время вышло. Посередине, наверное, твоя мама. Слева, конечно, папа. А малышка справа... Сколько ей? Улица Лафайет, дом 114. Все верно? Это снял мой коллега Майкл где-то минут 5 назад. Что вам нужно? Чтобы ты сделала заявление. И чтобы можно было убрать Майкла от твоего дома как можно скорее. Что будет со мной? Ну, это зависит от тебя. Ладно, согласна. Я очень рад это слышать. Лем, на два слова. Боюсь, ты зря старался. Пропал сигнал из фургона с Джейком Джойсом. Как это пропал? Как это уже не важно. Просто найди его. Уинка тебе поможет. Класс. В чем дело? Что? Ты сам не свой. Университет. Так мы не делаем. Это небрежность. А до сих пор у тебя все шло гладко? Иди домой, Лиам. Жди звонка. Жена, поди, соскучилась. За что люблю нашего друга Стэна? За манеру подставляться. Представляешь, у него повсюду одинаковый логин и пароль тоже. Так что в облако к нему забраться не проблема. А теперь вуаля, при студию. Ого, ишь ты, кое-кто играет по-крупному. И это что такое? Ты что делаешь, Бреннер? Кофе. Вижу, что не пиво, но нахрена его на стол? Вот. Подставка. Или в Айдахо их нет? Поёве. Да пофиг. Пользуйся. Знаешь, что дальше, Бреннер? Не знаю. Само собой. И это печально. Дальше вот что. Грузим наше видео с тёлкой Стэну и чувакам из WZWY. Стэну присылаем его фоточки в интересном виде. А потом самое главное. Пишем письмо. О том, что Reclaim берет на себя ответственность за все произошедшее. И подпись. Искренне ваш, местный террорист Джек Джойс. Можешь говорить. Охрененно. Да. Черт. Мистер Хэтч, вы вовремя. Мы тут с Брейнером как раз нарыли компромат на редактора новостей WZWY. Он нам
Где-то через час обещал запустить в эфир наше видео. Отлично, Уинкот. Что там по Джойсу? По Джойсу? Я засек его фургон, перехватил камеру, устанавливаю место. Там все непросто. Работай. А когда найдешь, доложи лично Бёрку. По-моему, среди нас предатель. Предатель? Алло. Вас понял, мистер Хэтч, спасибо. Это был Мартин Хэтч? Свали из моего кабинета. Говорю, свали нахрен. Где ж ты, сука, спрятался? Какого? Ну покажи же, Джойс. Эми? На работе столько всего навалилось. Прости. Я просто... Мне снилось, что ты кот. Кот? А лапы совсем как у медведя. Большие-пребольшие. Чудная зверюга. Но я знала, что это ты. Мне скоро обратно на работу. Ты самый отъявленный трудоголик из всех региональных менеджеров. Я знаю. Милый, тебя 2 дня не было дома. Тяжко с твоей мамой. Что? Это серьезно? Это со мной тяжко, с ней да? Просто невозможно. Что такое? Стой! Что? Ребенка да задавишь. Ладно, 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 ладно. Победил. Закрой глаза. Бери уже. Да. Бёрк, есть следы Джойса. Что там? Засек его фургон на складе на пересечении Бургунди и Уилкинса. Он на территории эпицентра. Отправляю координаты. Надо идти. Компания «Монарх» стояла во главе технологического прогресса в нашей стране, переворачивая представление о возможном. Помимо научных и промышленных разработок, эта компания много инвестировала в Риверпорт с намерением реконструировать этот великий город и превратить его в экономический гигант. Thank you.
компании Мартин Хэтч основал технический институт на той же улице, где расположена штаб-квартира Монарха. Он помог одаренным студентам со всей страны реализовать свои планы и чаяния в области технологических исследований и конструкторских проектов. Учитывая, что самое большое вложение Монарха – это сам Риверпорт, нетрудно себе представить, какое завидное будущее нас ждет. Пол, мы кое-что нашли. Джека. Ты уже все видел? Он будет на острове, чтобы отомстить. Прямо сегодня. Ему нужно помешать, немедленно. Я считаю, у нас есть более серьезные проблемы. Это твоя пятая колонна? Ты недооцениваешь ситуацию. Джойсу повезло, он сбежал. И все. Не такой он дурак, чтобы возвращаться. Мы уязвимы изнутри и только. Пойми это, Пол. Это я и без тебя знаю. У тебя в голове туман. Тебе пора на процедуры. Ты, Мартин, лицо Монарха. Уже много лет. Но давай кое-что проясним. Я все еще капитан. Главное, с кораблем вместе не утони. Найди его. Свидетельница событий. Эми, скажите, что у вас происходит? Некоторые из протестующих перешли черту и вспыхнули беспорядки, виноват в которых Джек Джойс. Я хочу предупредить всех, что он очень опасен. Он террорист. Спасибо, с беконом и яйцом. Похоже, что обстановка и правда чудовищная. И мы очень признательны, да, что вы не побоялись открыто рассказать о такой, судя по всему, опасной личности. Как дела, айтишница? Сама ты айтишница. Эй, сюда без пропуска нельзя. Вот мой пропуск. Вход разрешен. Тебе, небось, всю ночь не спать, так что... Яйцо не смятку, надеюсь? Да вроде нет. Не парься, они новые. Фиона Миллер. Уволена. Тебя нет. Ну что, какие новости? Что у нас происходит? Новости? Да, новости. Абсолютно все в порядке. Все в порядке? Все в порядке. Вчера ночью в университете стреляли. Все под контролем. Ладно. Как думаешь, вечеринку сегодня отменят? Издеваешься? Ни за что. Хэтч знает, что делает. Тебя там ждать? На вечеринке? Меня? На вечеринке? Я не знаю. Если хочешь, пойдем вместе. Идет. Да, я пойду. Заметанный чувак. Что наденешь? Ну, не знаю, не знаю. Может, вообще голышом? Милая, мне нравится. Ладно, я пошла. Что? До вечера? Ага. До вечера. Да. Да. Чувак. Лем, ты все неправильно понял. Черт, Бет. Я так надеялся, что это не ты. Просто выслушай меня. Отойди от машины. Отойди! Быстро! Брось пушку. Я не могу. 3 секунды, и я стреляю. Я быстрее тебя. Зато стрелок хреновый.
Нет. Нет! Твою мать! Ушел! Видишь, что происходит? Зависание. Все чаще и чаще. Бет, в чем дело? Что происходит? Время рвется. Конец близок, а на Джойса вся надежда. Постой, постой. Конец. Конец чего? Бет, времени, конец чего? Времени! Времени! Привычной жизни, всей вселенной конец. И мне кажется, в Монархе все знали заранее. И готовились. У них есть план. Называется «Протокол Ковчег». Он может нас спасти, хотя бы некоторых. Руки за голову, на колени. Браун. Уэлдер, повторять не буду. Джойс уложил половину моих людей. Может, ему помогал кто? Мы безоружны, я отвечал... Да мне насрать! Я работаю на Монарх. На колени! Лем, если они меня заберут, мне конец. И тебе. Ну? Делай, что он говорит. Не дай им нас забрать. Иначе Ковчега не будет. Подумай об Эмили. Расслабься. Лео! Заткнись! Этот протокол, Ковчег. Что это? Не знаю. Всем заведовал доктор Ким. Доктор Ким? Нужно попасть в его лабораторию. Невозможно. Ее закрыли, когда он пропал. А кто-нибудь может тебя провести? Да ладно, мужики. 39 готовы. Еще 40. И... еще одна. Спасибо, Фиона. Какая гадость. Твою мать, Лиам Бёрк. Ты дружок. Хэтч будет в восторге. Черт. Его сраный золотой мальчик. Ай, вот срань. Не уйдешь. Сотрудникам Монарха. Фургонщики с едой будут ждать вас снаружи в 14:30. Чарли! Нужна помощь. Да. Можем поговорить наедине? А может, не надо? Давай, у тебя в кабинете. Всего на минутку. Ладно. Так что там с Джойсом? Да ничего там не было. Ничего там не было? Типа, его там просто не было? Или что? Нет, Хэтч, он дал мне другое задание. Проверьте лабораторию периметра. Ну, на острове. Он думает, Джойс там. Прислал мне за пропуском. Поможешь? Да, сейчас. Дай посмотрю. Спасибо. Кстати, забавно, вот ты говоришь... Наводка на Джойса оказалась липовая. Не знаю. Мне вот сдается, что он там был. А второй чувак чем-то тебя напоминает. Но это, конечно, не ты. Ты же у нас работаешь на Монарх, а тот чувак точно не работает на Монарх. Можно укрепнить. Эй, не надо меня убивать! Побереги время! Я только что поднял тревогу. У тебя секунд 20. Блефуешь. Не, ну останься и проверь, кто ж против. Знаешь, что я с тобой сделаю? Знаю, что Монарх с тобой сделает. Еще 15, 14, 13, 12, 11, 10. Удачи, старик. 9, 8. Нужно срочно задержать Лиама Бёрка. Он вооружен и опасен. Слушайте, он на этаже Б, рядом с главным переходом.
сотрудникам Monarch Solutions. Сделайте прививки от гриппа. Это бесплатно. Обращайтесь в отдел кадров. Повторяю, южная парковка, 4-й этаж. На юг Кисман! Группа Фантом, он едет к вам. На полной скорости, осторожно. Вас понял. Подрезать! Есть! Давай, ты справишься! Пускай его! Поравняйся с ним! Дыши. Процедуры теряют эффективность. Неправда. Нет, я должна придумать что-то новое. Сегодня вечером ты должна отдохнуть.
Ты себя не бережешь совсем. Я получила данные по временным аномалиям. Конец может настать раньше, чем мы думали. Я видел, когда он случится. Разве ты не допускаешь, что мог что-то неправильно понять? Джек знает, где машина Уильяма. Мне надо поговорить с ним. Речь произнесет Мартин. Мартин? София. Спасибо. Чарли, а что ты совсем не пьешь? Я просто не... Да, я не в том настроении, чтобы много пить. А, тяжелый денек? Да. Да, у меня тоже. А что у тебя? Ну, много всего сегодня случилось. Ага. Пришлось разбираться с внутренними делами. Внутренними делами? Ага. И мне ничего не расскажешь? Ну, они же внутренние. Чарли... Хорошо. 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 Сегодня я помог поймать предателя. Предателя? Это поэтому столько шума было? Да. Моих рук дело. Кто это оказался? То есть, кто это? Кто это оказался? Кто, в смысле, кто был предателем? Я не могу. Что? Я не могу ни с кем обсуждать это. И... Просто ты это преподнес так драматично. Ага. Что? Пожалуй, я не могу больше ничего тебе рассказать. Честно, не шучу. Ну, я просто подумала, ты хочешь со мной поделиться. Я пойду попудрю носик, так что поскучаешь чуток, ладно? Хорошо. Пообщайся. Выпей для начала. Ладно. Хорошо. Но... Спасибо за ствол. Доктор Эмерал? Мартин, мне нужна помощь. Он тебя послушает. Пол. Думаешь? Мы в большой опасности, а он не понимает. Не хочет понимать. С чего бы это? У нас есть разногласия, но тебя явно беспокоит будущее монарха. Тебе не все равно, что случится. Если наступает нулевое состояние, что-то надо делать. И какие же варианты? Ты сам знаешь, какие. Послушай, София, дело не в том, поверит ли Пол мне. Просто я не верю тебе. На мой взгляд, твой подход контрпродуктивен. Ты настраиваешь Пола на катастрофу, морочишь ему голову апокалипсисом. И, честно говоря, я бы на его месте не доверил тебе такой ответственный пост.
потому что мне действительно не все равно. А теперь извини, мне нужно готовиться к выступлению. Чего ты так отчаянно боишься, Мартин? Презентацию проводим мы. Не подведи меня. Ладно. Ладно. Эй, ты же Крокер, верно? Эй, Крокер! Крокер! Мне срочно надо посрать. Черт, ну давай же! Крок! Крокер! Ну же, Крокер! Ой, господи. Вон там. Кто? Вон та женщина в жерелье. Готова поспорить. Угу. Неплохой выбор, но спорю, что вон тот, который типа Райан Гослинг, разговаривает с Джорджем Клуни, весь такой с крутыми запонками, болтает о фондовой бирже. Да. Ага. Ричард, где тебя носило? Забыл приглашение. Да что ж ты такой рассеянный? Вовсе я не рассеянный. Уп, здрасте. Да. Ага. Тянет? Нет. Бам! Я тебе говорила. Что же я так сухую проигрываю? Поищи больше не выпью. Нет, правила есть правила. Правила надо соблюдать. У тебя еще одна шпажка. Ладно. Хорошо. Ладно, сделаю. Вообще-то я терпеть не могу это все. Ты справишься, дружище, справишься. Спасибо за поддержку. Отличненько. Спасибо. Хоть бы не совсем сухую проигрывать. Хочешь пройтись? Ага. Хорошо. Ладно, дамочка. Я возьму свою шпажку. Я свою тоже захвачу. Крокер, 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 Крокер. Ладно. Эй, дружище, Крокер! Крокер, Крок! Йорк! Крокер! Эй, приятель. Эй. Слушай, слушай, если мне придется войти, ты, блин, пожалеешь. Послушай, это все гребаное недоразумение. Я завтра выйду. Я замолвлю за тебя словечко. Помогу с продвижением. Все, что я прошу, просто отведи меня в долбанный сортир. Иди к задней стене. Черт, спасибо, друг. Спасибо тебе. Давай, 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 давай. Да. Спасибо. Заткнись. Медленно подходи. Ага. Ты же не против, что мы ушли? Прежде всего, я вообще не особо хотел идти. Ладно, тогда зачем пошел? Потому что кое-кто меня заставил. А, это еще что? Похоже на динозавра в шлеме. Ну да, лучше и не скажешь. Слушай, а мы куда?
Нам вообще сюда можно? Да, 100 пудов. Ладно, хорошо. И чем бы ты сегодня занимался, если бы мы сюда не пошли? Что, если бы не пошел на вечеринку? Да. Ну, я бы отменил все свои мегаважные дела. А. Ну, и пошел бы, поработал. Тебе не кажется, что ты трудоголик? Да, но я... Неплохой ответ. Ну, нет, я имею в виду, что я... Это не ощущается как работа. Я люблю возиться с компами. Ага. Я чувствую себя на своем месте. Ты тоже постоянно работаешь. Не меньше меня, на самом деле. А тебе не кажется, что, может быть, ты работаешь чуточку многовато? Может быть, не знаю. Я не знаю, думаю, да. А ну стоять! А, черт! Ах, ты говнюк! Эй, погоди! Тебе всего-то было надо впустить меня в лабораторию! Ты предал, монарх! Что мне еще оставалось делать? Ты что, вообще не в курсе, что творится? Мне нужно туда попасть. Там есть нечто важное. Протокол Ковчег. Ты работаешь с Бет Уайлдер, я уже тебя видела раньше. Ты ее знаешь? Из-за нее я здесь. Все еще никак? Никак. Давай, живее. Какой ты славный малый. Это здесь. Да, точно. Конечно. Ясно. У вас же не получится, а у меня особый талант. Рад, что его так ценят. Пожалуйста. Это здесь? Что это? Что это такое? Хрономутированный организм. Чрезвычайно агрессивный. Таких только слышал. Организм? Это доктор Ким.
Вторая машина. Где она? Я без понятия, о чем ты. Я был в прошлом. Пытался изменить будущее. Избежать ошибок. А в итоге понял, что это невозможно. В замкнутой петле времени мы с тобой, что бы я ни делал, всегда оказывались именно здесь. И что бы я ни делал, времени конец. Я считаю, ты нахрен спятил. Мыслю я более чем здраво, уж поверь. А вот память, к сожалению. Растянулась. Как будто я видел слишком много. И все перемешалось и слилось воедино. Кроме нескольких отдельных отрывков. Особенно одного. Где ты и я. Нам 11 и 12 лет. Нашли того бродягу. Помнишь? И когда я вернулся в прошлое, то попытался изменить именно этот отрывок. Я отправился на крышу. Попытался с ним поговорить, но он меня испугался. И упал, как и раньше. Что бы я ни делал, исход один и тот же. Мы всегда видим это тело. Это неизбежно. Я не отворачиваюсь от человечества. На данном этапе. Оно необходимая жертва. Значит, и Уилл был необходимой жертвой. Уилл отказывался верить, что грядущее неизбежно. И он стал препятствием. Скажи мне вот что, Пол. В этих твоих видениях я тебя убиваю или нет? Если ты передумаешь, дай мне знать. Кем он был? Моим учителем в колледже и наставником в монархии. У меня был трудный период, а он меня выручил. Понял. Вроде бы. Я думаю, это файл-призрак. След массового стирания файлов. Кто-то был здесь. Я нашел регулятор хронополя. Подожди, стой. Вот черт, это же отчет доктора Эмерл. Что там? Зависания, они происходят все чаще. Что такое зависание? Чем чаще зависание, тем ближе разлом. Так, а что за разлом? Во времени. Нулевое состояние, все замирает и больше не идет. А протокол Ковчег может спасти нас? Без понятия. Но регулятор хронополя — это основа хронотехнологии монарха. На нем все завязано. И он как-то связан с Ковчегом. Нам пора. Ну, подожди. Нет. Живо. Сюда. Чарли, давай. Нет, не надо. Тоже замрешь. Фиона,
коридоре защита от зависания. Стой здесь. Это зависание? Ты куда? Там были хроножилеты. Они нам помогут. И что хотел Бёрг? Не знаю. Я даже не знаю, что это за протокол ковчег такой. Это убежище. Для высшего руководства монарха на время катастрофы. Пока они не придумают, что делать дальше. Высшего руководства? Значит, и я буду в этом списке, да? Только не с Полом Сайрином. Он так поглощен своими великими замыслами и заблуждениями, что совсем перестал ценить своих людей. Ты знаешь, что для меня самое страшное в этом мире? Это идея Бога. Сама по себе. Настолько могущественное существо. Вольное давать и отбирать, что вздумается. Такой власти нужно бояться, а не преклоняться перед ней. Но люди в нее верят. Как верят они и в Пола Сайрина. Видишь ли, не так страшно само то, что Бог правит миром. Страшно, если перестанет. Пол Сайрин сорвался с цепи, Чарли. Он спровоцировал катастрофу и может ее предотвратить, но почему-то просто ждет конца.
конца времени. Поэтому мы должны вмешаться. Слишком рискованно отдавать все ключи от мира в одни руки. Нужна страховка. Есть прибор РХП. Это ключ к нашему выживанию, и мы должны защитить его. Но пока доступ к нему имеет один только Пол, мы бессильны. С помощью РХП я смогу направить Монарх в нужное русло, а потом будет реструктуризация, Чарли, после которой ты станешь правой рукой. Я попаду в список? Безусловно. Тогда мне нужно вернуться в Монарх. Подобное расширение полномочий возможно только изнутри. Я изолировал остров, но в насосной станции на западе есть запасной туннель под заливом. Никто не знает о нем. Тебя не заметят. Не теряй времени, Чарли. Поспеши. Ага. Командор Дэвис? Да, сэр. Лаборатория периметра. Мы выдвигаемся. Частота зависания все еще непредсказуема, но они происходят постоянно, беспорядочно. Определеннее. Инициация протокола необратима. Мистер Сарин, мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Какая же тут определенность? Сколько осталось? Мы применяли модель доктора Эмерал. Без нее трудно говорить с уверенностью. Сколько осталось времени? Поле Джойса разрушится за 8 часов. Мистер Сарин, принимать решение нужно прямо сейчас. Фиона? Эй, приятель, ты куда? Вы правы. Время на исходе, как вы и сказали. Протокол Ковчег — это убежище. Его построили на случай разлома. Проблема в том, что туда берут по списку, а кто не в списке, тот сдохнет. Но если мы выберемся с острова, то я могу внести нас в список. Нас всех... Остров изолирован. Как мы отсюда выберемся, Чарли? Здесь есть туннель. Ладно, но если ты мне сейчас врешь, клянусь богом! Отвали! Ты меня достал! Чего ты там хочешь, не знаю, но я тебя никуда не обязан вписывать, ублюдок! Что ты с ним сделал? Жить будет. Я скажу тебе, почему ты включишь меня в список. У меня беременная жена дома. И она сейчас единственная, что меня заботит. И ради нее я готов пойти на все. В том числе удушить тебя нахрен. Веди нас.
До взрыва 5 минут, мистер Хэтч. Что это? Не знаю. Когда мы вошли, было включено. Да. Я пришел освободить тебя, дружище. Держать тебя здесь жестоко. Пришло время присоединиться к остальным и вернуться в бесконечность. На каком она месяце? Твоя жена? На третьем. Поздравляю. Заливом. Лиам? Целы? Ага. Да, а ты? В порядке. Нам... На землю! Живо, мать вашу! Эй! Нет, нет! Мы из Майорка! Что, вам непонятно? Нет! На эй, землю! Нет, нет, нет! Эй! Это я вас вызвал! Я от Хэтча! Уинкот! Ага! А она? Специалист по хрононам. Очень важный. Ей срочно надо в Монарх. Пожалуйста. Валите отсюда! Живо! Ага. Гибсон, я взял. Фиона! Фиона! Фиона, выслушай! Эй! Ублюдок, ты убил его! Твою мать! Эй! Я не знал, что они его убьют! Что мне было делать, а? Вы обманули меня, затем похитили! Дело не в тебе, Чарли! Ты? Ты крадешь машину? Иди ты нахрен! Нет, я тебе понадоблюсь. Мне уже ничего от тебя не нужно. Ага, знакомая история. Открой глаза, мир гибнет. Я тут пытаюсь хоть что-нибудь предпринять. Да уж, ты героиня. Пошел ты.
Медсестра, а? Увидимся там. Берг, говнюк. Знаешь, я буду убивать твою жену с удовольствием. Командор Дэвис. И вся его группа. Хорошие ребята. Лучшие в монархии. Пол! А мои лечебные приборы? Боюсь, что да. Ты знаешь, что это значит? Ты не знаешь наверняка. Я покойник! А ты это допустил! Джек! Он хочет превратить меня... Он хочет, чтобы я мучился! До конца. Джойс и Уайлдер. Но знаешь, что беспокоит меня? Кто привел их в лабораторию Кима? Она заходила. Пока все думали, что она пропала. За несколько минут до взрыва. Пол. Пол. Пол, ты меня слушаешь? Сними же ты, наконец, свои розовые очки. Это был ее прощальный подарок. Ее вынудили. Она пытается погубить тебя, Пол. Она пытается помочь. Господи! Посмотри на себя. Самый умный из всех нас. Ведет себя, как влюбленный мальчишка. Пол, что ты собираешься делать? София верна мне. Она внушила тебе. Она всегда была верна. Подумай об этом. Если разлом происходит сейчас, я должен это сделать ради нее. У нас нет времени.
прямо сейчас. Добрый вечер. Знаю, вы не ожидали увидеть такого ослепительного красавца. К сожалению, наш специалист не смог сегодня присутствовать вместе с нами. Присаживайтесь. Лем. Привет. Рад, что ты добрался. Как раз говорил твоей подружке, что мы волнуемся. Эмили, нам нужно идти. Идти? Что за спешка? Эмили, идем. Эмили, дай мне ключи. Дай мне ключи, Эмили. Отстань от меня. Эмили, послушай. Послушай меня. Пожалуйста, пожалуйста. Я не такой. Это не... Поверь. Я ненавижу эту работу. Ненавижу эту работу. Но это единственное, что я умел. И когда я вернулся, я не смог найти ничего. Я не смог найти ничего другого. А в Монархии я пригодился. И меня взяли на работу. И пойми меня. Я не мог выдержать, не мог быть один. И вот каждый вторник и среду я ходил в бар, потому что только эти две ночи барменша не была в школе. Каждую ночь я собирался пригласить тебя на свидание. И так целый гребаный год. Эмили, если Монарх, если они мне дали опору, то ты дала мне цель. Все это было ради тебя, чтобы защитить нас, нашу семью. Я хотел защитить нашу семью. Эмили, выслушай меня. Придет нечто ужасное. Я объясню по дороге, но сейчас нам нужно уходить. Прямо сейчас. Пожалуйста. Прошу, дай мне. Просто дай мне защитить тебя. В последний раз. Пожалуйста, это правда я. Это я, слышишь? Это я. Нам надо уходить. Прямо сейчас, ладно? Идем. Это Пирс. Я в лаборатории периметра. У меня есть сведения о Мартине Хэтче. Я хочу, чтобы его задержали. Немедленно.
слышно, прием. Доктор Эмеро, где ранен? Пол? Мне нужно поговорить с Полом. Сюда. Пол. София. Ты его запустил. Ты была права, время пришло. Пол, ты прошел процедуры. Без них тебе никак нельзя. Отправляйся в ковчег. Нет, идем со мной. Без тебя ничего не получится. Иди, иди же. Ладно. Я приду чуть позже. Командор Пирс, готовьте вертолет. Срочно летим к бассейну. Слушаюсь, сэр. Привет, милашка. Статус защиты? Активный? Что? Он прямо подо мной. Тобой должок. Черт. Давай, Фиона, ответь. Давай, отвечай. Бет, я не знаю, слышишь ли ты меня, но это Фиона. Нужна твоя помощь. Прием. Это Фиона, слышишь меня? Бет, не сработало. Прости. Я не смогла найти протокол. Фиона Миллер. Да, я слушаю. Это Джек Джойс. Бет говорила, вы вместе работали. Возможно, вы мой последний союзник. Что произошло? Сайрин. Я ничего не мог поделать. Но, Фиона, кое-что мы можем сделать сейчас. Мне нужно найти одну вещь. Маленький металлический 12-гранник. Эй! Он похож на футбольный мяч. Уилл назвал его противовесом. РХП. РХ что? Регулятор хронополя. Вот что такое противовес. Тогда он может убрать разлом.
минус пятый этаж. Нам надо поговорить. Иди сюда. Слушай, я была не права. Ладно? Джек Джойс, мы... Он может ликвидировать разлом, но ему надо передать РХП. РХП снабжает ковчег энергии, Фиона. Да, но я говорила с ним. Я говорила с Джеком Джойсом. Он нужен ему. Просто, если он... Если отдать Джойсу РХП, весь ковчег накроется. Эти люди здесь внизу. Они все исправят. Они ликвидируют разлом. Ты же этого хотела изначально. Эти люди – это Монарх. Понимаешь? Это они во всем виноваты. Ты им насрать на нас, как ты не понимаешь. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем просишь. Итак, мы попадем в Монарх. Дальше что? Нам нужно будет пробраться в ковчег. Лен, что ты делаешь? Сэр, здесь Лиам Бёрк, он пытается проникнуть в Монарх. Давай, ну же! Прыгни!
Давай. Давай. Джек, мы знаем, где РХП, но... Джек, это Чарли. Слушай, мы на вершине башни Монарха. Слушай меня внимательно и делай все точно. Джек. 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 Фиона, прекрати. Джек! Не-не-не. Смотри. Там наверху сумасшедшая защита. Он не сможет попасть внутрь. Эй, 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 стой! Стой! Я должна это сделать. Я знаю. Но идти должен я. У РХП защита. Ему не обойти ее в одиночку. А у меня получится. В смысле, ты нужна здесь. Тут ты будешь полезной. А я обуза. Просто следствие с претензиями. Дай мне разок погеройствовать, ладно? Крутая девчонка. Всем нужен айтишник, Чарли. Да иди ты. Эй, Чарли. А ты ничего. Я знаю. Знаете, кто я? Мы виделись. Ты из Монарха, из элиты. Мне говорили, ты предатель. Я не предатель. Ты пытаешься защитить то, что принадлежит тебе. А я защищаю то, что принадлежит мне. Мы в этом похожи. Мне нужна твоя помощь. И мне кажется, тебе моя тоже. Ты ищешь ковчег? Не так ли? И ты знаешь, с чем мы столкнулись. Мои люди уже внизу. Они починят разлом, и тогда время пойдет. Но только если мы сбережем РХП. РХП? Это наш ключ, краеугольный камень ковчега. Его источник питания. Но враги хотят его уничтожить. В твоих силах его спасти. А я могу взять в ковчег твою жену. Она останется в живых. И будет ждать тебя. Решай. Лиам? Эми. О чем он говорит? Просто... Подумай, что случится, если мы останемся без защиты. Тогда погибнут все. Милая, иди с ним. Он позаботится о тебе. Отведет в ковчег. А потом я тебя найду. Иди же, Эмили, иди с ним. Вершина башни Монарха. Ты найдешь там РХП и спецкостюм. Это все, что тебе нужно. Что идет ваш супруг ради вас,
восхищает. Вы не согласны? Я думала, я знаю его. Никто не знает, кто мы на самом деле. Минус пятый этаж. Друзья мои! Мы многое изменили. Мир. Вселенную. Нам с вами первым хватило сил разорвать саму ткань нашего бытия. И сейчас мы должны поверить, что нам хватит сил ее восстановить. Мы все приносили жертвы. Каждый из нас чем-то жертвовал. Но не ради себя мы здесь. Дело не только в нас. Мы здесь ради наших семей, ради человечества, ради истории. Это мы ее творцы, ее создатели. Здесь и сейчас. Из-за важных дел я вынужден сейчас оставить вас. Но я уверен, что вас ждет успех. Джойс, защита РХП отключена. Он твой. Не подходи, мать твою! Не сейчас! Не надо, Лера! Убирайся! Я не могу тебя! Отвали! Он нужен Джойсу! Джойсу? Джойс может ликвидировать разлом. Вали отсюда нахрен, Чарли! Я не уйду! Проваливай! Я сдвинусь, даже если будешь стрелять! Говорю! Придется убить меня, нахрен! Потому что сейчас, Лиам, у меня есть заботы поважнее моей жизни. Ты понятия не имеешь, чего хочет Нет, Джойс. Нет, не имею. Просто верю Фиону. А она верит в Джойса. Так что я тоже поверю. Подумай об этом. Починишь ковчег, спасешь жену. Заделаем разлом, уцелеют все. Ладно, давай. Стреляй. Убей меня, это ни хрена не изменит. Но если ты убьешь Джойса... Твои представления о жизни устарели, Лиам. Знакомый тебе мир уже умирает.
Но конец одного мира означает рождение другого. Мой мир будет другим. В моем мире будет гармония.